Ну, не вижу. Так, Алёша, вот взял мяч.
Все, пошли. Да, вы вдвоем там.
Следующий. Что вы стоите? Горобейка, что ты стоишь? Ты еще крест. Приготовились. Прыгай 2 минуты. Просто так? Готовы? Значит, давайте так. Вы должны спрыгнуть 150 раз. Пошли. Там возьми другую.
Еще раз. Вы должны отжимания делать 20 раз вверху, 15 раз оттягивать, на скакалке загружены 150 шпор, в длину прыгать 2 метра, ровно 2 метра, за 2 метра. Да, хорошо играет, набивать мяч снизу сверху, хорошо. Баскет отсюда попадает из 10 раз, минимум 6, вот с белой линией. Минимум 6 раз. Да, не говоря о том, что перевороты, борцовские чисто упражнения. Значит, сейчас Валерий Калёша берет мяч. И через сетку 50 раз. Раз, я ловлю отсюда, и сразу туда, раз, быстрее, быстрее.
я, то есть я вот этот рекурс у меня чуть попал на линию и ушел. Это и лучше. Поэтому вы стоите. Ну, конечно, и не хорошо. Нет плохо. Кидай мяч. Нет, нет. Вот, на 3 раза. Мяч ушел. Thank you.
мне нравится база, потому что вот посмотрите, да, если бы не было тренера, мы сбрали руками. Первое. Всегда договариваетесь о правилах. Скажи, вот мы сколько, какие правила. Раз, раз, раз. Обговорили примерно, потом еще можно обговорить, еще говорить. И нужно стараться выиграть. Почему, если вы проигрываете, вы сразу начинаете на кого-то обижаться, плохо играть? Слушайте меня, даже проигрывая, боритесь за каждый день. Вот вы видите, что вы хуже выигрываете. Два раза. Он наберет 15, а вы наберете все 8 очков. Так вы скажите, вот я вот, вот у тебя я выиграю 8 очков, 100%. Он, окей, я не выиграл. 8 очков, я наберу. Это ваша маленькая победа. Постарайтесь каждый день. Не наберешь 8, скажи. Скажи, наберу 3 очка, я не взял 3 голоса. 3 мяча не буду. Ну ты что? Вот так я играл со своей сестрой. Она у меня мастер спорта по настольному теннису. Чемпионка республики по этому подряду. Я ей сказал, я у тебя встречу на время. Кинь! Вонючий. Встань играть. Уперся. Да, мне повезло, попало в все руки туда. Ну вот я так и рассчитал, в принципе. Потому что она лучше меня. Она мастер спорта. Нет, если не гол, а мяч, это да. Одно очко. Посмотрите внимание. Мячик, теперь несколько вещей уже чуть-чуть. Посмотрите, если вы первый, раньше как было, если вы делаете подачу, мяч касается сетки и переходит в противника в сторону, то вы перебиваете. Сейчас нет такого права. Сейчас да. Подал мяч попал в сетку. Два варианта. Он перешел на мою сторону, упал, значит, гол подающий. Или же остался на поле подающего, тогда подающий проиграл. Поэтому разные тактики. Вот я уже, например, нашел, как начинать выигрывать, а для этого нужно всегда тренироваться. Прийти раньше, всегда тренироваться. Я вам потом покажу, что я придумал. Я вот только сейчас много играл, а сейчас эту вещь придумал. Вот. Значит, сейчас. Здесь одна пара, играет на счет. Там вторая пара, играет просто на удержание счета, на удержание счета. То есть играть можно больше. Понятно, да? Значит, здесь играют Алеша и Кулевик. Андрей и...
Если вы не можете найти результат, то поднимайте руку, покажу я, и мы решим.
Миша, идешь туда судить? Да, дорогая.
Thank you.
12.